Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я думаю, что вы уже видели меня много раз. Вот у меня на заднем плане сейчас гора Казбеги. В прошлом видео я рассказал о том, что доллар должен упасть, потому что ЦБ и Минфин приняли решение с 23 числа, с 23 августа до конца сентября перестать покупать валюту на рынке. И поэтому ожидалось, что курс доллара должен упасть. И я неспроста рассказал об этом, я хотел, чтобы вы воспользовались этой информацией. Вот. Не знаю, воспользовались вы или нет, но сейчас вот вы видите результат мой. Плюс 49 603 рубля за день. То есть в пятницу я был в Батуми, я снимал это видео, где я сказал, что доллар должен упасть, и там же в Батуми я на полную катушку поставил на это и уехал. И к вечеру, когда я уже вновь был в зоне Wi-Fi, я посмотрел, вот такой результат у меня был к вечеру. Плюс 50 тысяч или плюс 20%. Почти 21% к моему депозиту. А депозит у меня очень-очень небольшой сравнительно. 200, вот, ну, сейчас стал 288 тысяч, был 229 тысяч рублей всего. Вот, и что я хочу сказать, что информацией надо пользоваться. Вот посмотрите, как вел себя курс доллара. Курс доллара в пятницу. Ну, я приобрел не, ну, так сказать, я играл не на долларе, а на фьючерсе. Вот посмотрите, вот я, вот он, фьючерс на доллар. Вот смотрите, 23 число, вот она. И 23 числа доллар весело продолжал расти до 13 часов, когда было объявлено вот именно это, ну, это новость. И посмотрите, он резко упал на $1.5, потом была некоторая коррекция. Вот. Но потом, что произошло в пятницу? А в пятницу произошло следующее. В пятницу он продолжил падать. Сразу упал на... Да практически на 50 копеек. Вот. Ну, фьючерс в данном случае это $1000, то есть 500 рублей на каждой 1000. Вот. И он продолжил падение. Кроме того, у меня был уже куплен давно индекс РТС, это индекс Московской биржи, который котируется тоже в долларах, и он должен был вырасти, потому что рубль вырастает. Вот, и соответственно, действительно он вырос. Ну, основной доход у меня за счет фьючерса, потому что у меня фьючерс РТС был, ну, 13 фьючерсов РТС и всего 3 фьючерса на доллар я зашортил. И вот такой результат я получил, плюс 50 тысяч. А теперь я хочу спросить у вас, а сколько денег получаете вы? Вот. И понятно, что этим надо пользоваться, этими инструментами надо уметь пользоваться. Это надо, ну, надо знать, надо уметь. Просто вот эти знания, они позволяют зарабатывать, находясь даже вот где-то за границей, пожалуйста. Вот я нахожусь за границей, и вот мой результат. Почти 50 тысяч за день. Для того, чтобы пользоваться этим, надо просто открыть брокерский счет и научиться работать с терминалом, с Quick. Вот. Именно этому посвящены мои курсы, которые скоро вот уже с 15 где-то 16 сентября я планирую начать вновь, потому что, ну, я отдыхаю сейчас, а потом будет небольшая подготовка, и я возобновлю это дело. При оплате в августе курсы стоят 3500 рублей, при оплате в сентябре курсы будут стоить уже 5000 рублей. И по-прежнему я хочу напомнить, что мой курс можно приобрести в записи за 2000 рублей. И я думаю, что сейчас вы видите ссылку на сайт, на котором можно приобрести этот курс или записаться на курсы живые. Вы видите, что это надо делать, ребята? Это надо делать! И приглашаю всех, давайте вместе зарабатывать деньги. Я просто, так сказать, почему я об этом рассказываю? Потому что я хочу, чтобы вы тоже могли точно так же зарабатывать. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий.